Всем привет, ребята, с вами снова Хик. У меня для вас, как всегда, кое-что интересненькое. Ну, простые это вещи, банальные, мы с вами не рассматриваем. И гулял я по разным форумам в поисках полезной информации, а главное, интересной. И забрел на один очень старый форум, где была запись аж за 2008 год. Тут были всякие разные советы, но меня заинтересовало именно последний пункт, 9. В нем говорится, если в папке data, а то есть в файле handling, изменить числа, то, как я понимаю, там параметры именно автомобилей каких-то стоят, вот заменить именно на такие числа, то машина станет передвигаться с огромной скоростью, тормозить в секунду, и при столкновениях не будут ломаться, и будут ездить по стенам. Нихрена себе, подумал я, надо же это срочно проверить и показать вам, а то вдруг вранье! Потому что сколько времени-то уже прошло, ё-моё, 9 лет прошло с этой записью и выходом игры. И я быстренько пошел все это проверять, разумеется, изменил все эти параметры как надо, и давайте посмотрим, что у меня получилось, и вообще... Как поменялись автомобили, как они начали себя вести? Все, ребят, мы с вами в игре. Сейчас посмотрим, как поведут себя новые параметры наших автомобилей, которые мы только что поменяли. Так, понятное дело. Я неспроста заменил BMX и Tahoma, потому что это самый встречающийся вообще транспорт в самом начале. Вот наш BMX. Посмотрим, как он поменялся. Внешне вообще ничего не изменилось. Но это внутренне. Да твою мать! Гомункул, что за хрень? В смысле? Я изменил какие-то параметры, ну, вы сами все видели, я изменил параметры, и теперь Карл катается как хрен знает кто. Не знаю, как будто бы Карли, который катается на руле. И полностью он пропадает в текстурках снизу, смотрите. Ну-ка, давайте, как говорилось, там он разгоняется до просто каких-то невероятных скоростей. Транспорт весь, который так поменялся. Ну да, в принципе, я не думаю, что это... Какая-то скорость байка, которая вот стандартно идет. Вряд ли это происходит. И нифига себе, я еще успеваю какие-то бонусы получить. Нифига себе, это реально круто. Ну-ка, если я подпрыгну в этот момент. Ага, он особо ничего не делает. Окей, хорошо. Вау! Кстати, я очень быстро затормозил. Очень быстро. То есть буквально вот сейчас вот так вот разгонюсь напрямик и сразу нажму на пробел. Он мгновенно просто останавливается, в принципе, все как было и написано. Так, теперь мне сейчас найти Tahoma и посмотреть. Ну-ка, а по поводу стен? То есть я раньше теперь могу по стенам, что ли, ездить? Охренеть, you fucking seriously? Офигеть, что это за штука такая? Это что за... Ага, окей, понял. Так, неужели я смогу с помощью велосипеда сейчас забраться на самый верх? Блин, не могу смотреть, это обманка была. Ну, видимо, только на транспорте или что, или как. Ну, он почти пытается, но не может набрать скорости из-за того, что скорости не хватает. А так, в принципе, это реально, это мотофака работает. What the fuck? Я не знаю, как это правильно назвать, это даже не чит, это просто изменение каких-то параметров автомобилей, и автомобиль превращается вот в такое вот. Мне просто интересно, там ведь какие-то значения. А что будет, если я полностью сделаю одни девятки, например? Как тогда поменяется игра, как поменяется автомобиль? Игра-то не поменяется, автомобиль поменяется. Просто жесть, каким он станет, скорее всего. И я как раз-таки это попробую это сделать в этом же видео. О боже мой, пока я искал Tahoma, увидел этого парня. Эй, парень! Как дела, братан? Блять, это просто уродство какое-то. Тебе руки не мешают? Боже мой. What the fuck? Отдай мой велик. Оу, это как-то выглядело неестественно. И... Окей. Я просто пытаюсь найти Tahoma. На самом деле, я, видимо, переборщил тем, что сказал Tahoma, это самый встречающийся транспорт в мире Сан-Андреаса. Но это нихрена не так, потому что в районе гребаном Джефферсона не могу ее найти. Ну, пожалуйста. Хрен знает, что произошло, но Карл видно, что себя очень плохо чувствует. Карл? А, окей, вот ты где, мать твою. Так, ну-ка, я хочу сесть. Охуенно! Как вернуть все на место? Фак! Окей, я все понял, Карл. Че вам надо, блядь, придурки? Это не я. Это не тот, кто вы думаете. Это, блядь, всего лишь ноги, мать вашу. Я поехал. С вами очень скучно. Блять, стреляют! Садись обратно, Карл! Нас не догонят. Ах ты, педик! Ёб твою мать! Кажется, я ее видел! Я ее видел, этого огромного мутанта! Блять, что с ней? Только посмотрите! Боже мой! Еще одна! Пошел нахрен, а теперь мой монстр! Блин, кстати, он реально похож на монстр. Так, что с ним теперь произошло? Офигеть, он очень резкий. Управление просто идеальное. It's perfect, motherfucker. Офигеть, я только... О, вау!
Им, кстати, еще очень сложно управлять. Ей. Им. Транспортом. Офигеть. Управляемость у него дикая какая-то. Я не понимаю, что с ним происходит. И какой параметр отвечает за такую скорость, за такой поворот. И, видимо, там все. Там все что-то да меняет в нем. Так, а что? Охренеть. Кстати, говорили про то, что он не будет биться и получать урон, но, судя по всему, видим, что он урон-то все-таки получает, учитывая то, что у него все гнется. Так, давайте-ка попробуем исполнить мою мечту и забраться на этот гребаный небоскреб. А что он еще может делать? Пи-пип. Охренетушки, блять. Это просто нечто. Куда еще-то забраться? Блин, тут везде эти гребаные пороги. Может быть так? What the fuck? Так, ну все, я прицелился. Вижу цель, не вижу препятствий. Погнали. Блин, он такой резкий, что... Блять, это просто невозможно им управлять. Давай. Давай, сукин сын. Ну ты почти смог это сделать, мать твою. Может, как-то наискосок попробовать, я хз. Боже. Ладно, давай заберемся на твоего братца. У него тут вроде нет таких выступов. Погнали. Ах ты, чтоб тебя, блядь, перекосило. Не, ну он реально ездит по зданиям, господи. Щет, кричит. Смотрите, это просто нереально. Как видите, моей машине что-то мешает забраться на небоскреб. И после этого я тупо забил и решил поставить все значения на 9. И посмотреть, что у меня из этого получилось. Так, ну что, вы готовы посмотреть, как поменяется этот чертов мир? Точнее, эти чертовые автомобили. Вот я, например, понятия вообще не имею, как может поменяться автомобиль, если все значения поставить на 9. Ну, почти все. Там некоторые я не стал ставить на 9, потому что я уже пробовал, и у меня просто не запускалась игра. Так. И что же будет сейчас? Наш BMX! Наш BMX просто встал на дабы и... отлично себя чувствует, я надеюсь. Ну-ка. Окей. Допустим. Блядь! Чтоб тебя! Сука!